Самое главное спортивное событие в мире – Олимпиада в Бразилии. Ее будут смотреть 3 миллиарда зрителей, 50 тысяч болельщиков на стадионе Маракана. Первые игры в Южной Америке начнутся уже через 3 часа. Все, что стоит знать об этом историческом событии. Кто ему угрожает? Допинговые, сексуальные и другие скандалы. И первые рекорды еще до открытия. В ближайшие полчаса смотрите на телеканале «Новый мир». Все об Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Стадион Маракана в бразильской столице сияет, будто свеженачищенная монета. Уже через несколько часов тут состоится официальное открытие главного спортивного праздника планеты. Своими глазами шоу смогут увидеть 78 тысяч зрителей и местные жители, которые собираются подглядывать через забор. Я тут через дорогу буквально живу, да еще и на верхнем этаже. Так что, думаю, мы с семьей сможем и открытие увидеть, и на соревнования посмотреть бесплатно. Мы уже давно бинокль купили. Маракана – один из 32 спортивных объектов бразильской столицы. Половину из них специально построили к Олимпиаде, половину реконструировали после проведения чемпионата мира по футболу в 2014-м. Строительство и реконструкцию начали 7 лет назад, как только стало известно, что именно Рио будет принимать у себя 31-е Олимпийские игры. А закончили буквально в последний момент. При этом вышли из всех бюджетов, выбились из всех графиков и заставили изрядно поволноваться Международный Олимпийский комитет. Это были далеко не легкие времена, признаюсь вам честно, но бразильская сторона смогла в итоге со всем справиться. Правда, надеюсь, в будущем нам уже не придется сталкиваться с таким стрессом при подготовке к Олимпиаде. Это сейчас Бах называет то, что пришлось пережить при подготовке, всего лишь стрессом. А 2 года назад в комитете серьезно задумывались о том, чтобы лишить Бразилию права проводить игры. Олимпиаду хотели перенести в Лондон, Глазго или Москву. Но бразильцы смогли переубедить чиновников и взялись за стройку ударными темпами. Снесли несколько фавел. На месте одних были спроектированы олимпийские объекты, другие, по мнению властей, просто мешали своим видам. Расселили 77 тысяч жителей трущоб по разным районам города. Возвели с нуля олимпийский парк с 9 спортивными аренами и пресс-центром. Быстро привели в порядок уже существующие спортивные объекты. Правда, ударные темпы стройки не смогли не сказаться на качестве. Как ни крути, а выполнить 7-летку за 2 года – задача практически невыполнимая. И тем не менее справились. Правда, стены рушатся, трубы протекают, но что-либо отменять уже поздно. Однако теперь новая главная задача – избежать терактов, драк, протестов и так далее. Для этого местная полиция, усиленная силовиками из других подразделений, проводит спецоперацию, которая завершится только 21 августа. Ничто не омрачит Олимпиады, судорожно хрипят бразильские власти. Ничто не омрачит Олимпиады, вторят им силовики. Сколько бы ни хорохорились бразильские власти, как бы ни клялись, что все готово к Олимпиаде, существует несколько угроз, которые останутся актуальными до последнего дня игр. Да, они успели все достроить и починить. Да, договорились с криминалитетом о перемирии на период соревнований. И даже сумели свести к минимуму протесты собственного народа против гигантских трат. Но есть такие злодеи, которые глухи к мольбам Олимпийского комитета. Например, бактерии или кислород. Воздух Рио-де-Жанейро значительно грязнее, чем сообщают местные власти и Олимпийский комитет. Тому виной миллионы старых автомобилей на автомагистралях мегаполиса. В Рио-де-Жанейро очень распространены смерти от заболеваний и осложнений с легкими. Агентство Reuters провело собственное тестирование уровня загрязнения воздуха в многомиллионном городе накануне открытия Олимпийских игр. Бразилия, подавая заявку на проведение летней Олимпиады, объявила, что качество воздуха в Рио в пределах рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Сама организация закашлялась и не нашла, что ответить. Организационный комитет Рио заявил, что качество воздуха нельзя оценивать лишь по данным о твердых частицах, мол, есть еще мягкие другие частицы, которые вполне отвечают мировым стандартам.
Воздухом дело не ограничивается. В городе также проблемы с чистотой воды. В Рио высокий уровень желудочно-кишечных заболеваний из-за отсутствия забора сточных вод. За считанные дни до открытия олимпийские объекты водоснабжения и пляжи также дали положительный результат на наличие устойчивых к лекарствам супербактерий. И врачи сомневаются, что спортсмены, выпив или искупавшись в такой воде, обретут суперспособности. Другой демон, которого боятся и власти, и местные жители, и спортсмены, приходит незаметно, но наносит гигантский урон здоровью. Это москиты, которые разнесли вирус Зика уже по всей планете. Их травили химикатами, против них искали вакцину. В результате врачи, оргкомитет и местные знатоки вуду так и не нашли управы на кровососов. Половина команд на Олимпиаде будут выступать в спортивных костюмах, которые закрывают все, чем дорожит атлет, кроме головы. Напомним, помимо признаков лихорадки, от которой легко можно остаться в Бразилии с концами, вирус Зика опасен еще и для беременных женщин, так как травмирует плод. Предупрежден, значит вооружен. Так думают бразильские силовики, которые охраняют границы страны. Об опасности атаки исламистов или боевиков местного разлива власти знают уже давно. Если уж террористы добрались до хорошо охраняемой Европы, то попасть в расслабленную Южную Америку у них не составит труда. Об этом предупреждают спецслужбы стран-участниц Олимпиады. Власти ввели дополнительные проверки в районах пограничных с Парагваем и Аргентиной. Самый проблемный участок – треугольник Фос-ду-Игуасу в Бразилии, Сидад-де-Лесто в Парагвае и Пуэрто-Игуасу в Аргентине. Этот регион чрезвычайно популярен среди туристов благодаря невероятной природе и водопадам. Ежедневно здесь бывают десятки тысяч человек. В то же время именно здесь, в прошлом месяце, силовики напали на след боевиков, которые собирались устроить теракты на Олимпиаде. В Сидад-де-Лесто они купили автоматы, на аргентинском участке собирались разжиться взрывчаткой. Поэтому укрепленные патрули регулярно проезжают вдоль самых проблемных участков, например, границы с Парагваем, который в регионе второй по бедности после Боливии. Сейчас полиция и спецслужбы совместно мониторят порядка 100 человек, регулярно пересекающих границу, которых подозревают в связях с исламистами. И самая главная проблема – Олимпиаду проводят власти, которые в Бразилии не отличаются ни долговечностью, ни легитимностью. Дилма Русеф, которая зажгла олимпийский огонь, что прибыл в страну в мае, уже давно не президент. После обвинений в коррупции и судебных разбирательств Фемида отстранила ее от президентской должности. Об этом стало известно на прошлой неделе. И достаточно ей объявить масштабную акцию или попытаться вернуться к власти, как померкнут и комары, и боевики, и даже бактерии с бандитами. Одна из самых сильных олимпийских сборных готовится завоевывать медали. Немецкие спортсмены прибыли в Рио и усердно тренируются перед соревнованиями. Тренеры полагают большие надежды на своих подопечных и ожидают, что спортсмены привезут домой много медалей. На это у них есть веские причины, так как на прошлой Олимпиаде в Лондоне немецкая сборная завоевала 44 медали, среди которых 6 золотых. По неофициальным подсчетам, немцы заняли 6-е место среди всех стран-участниц. Генеральный секретарь Олимпийского комитета Германии Михаэль Веспер заявил, что полностью уверен в немецких спортсменах и не видит слишком много соперников для них. Результаты в Лондоне теперь, конечно, стандарт, по которому измеряют нашу команду соперники. 44 медали. Но вы должны понимать, что за последние 4 года международные соревнования стали более жесткими, и теперь будет тяжелее достичь своей цели. Но если мы опять завоюем 44 медали, это будет здорово. Чтобы поддержать своих коллег, немецкая сборная по гребле на каноэ сочинила песню под названием «Риолимпия». Пловцы считают, что она должна еще больше мотивировать своих коллег-атлетов повторить свой успех со времени летней Олимпиады в Лондоне. Кроме атлетов, другие немецкие спортсмены тоже нацелены поехать домой не с пустыми руками. Метательница молота Бетти Хайдлер собирается показать на этой Олимпиаде свой лучший результат. Также барьеристка Синди Роллендер, которая недавно выиграла золото на европейском чемпионате, приехала уже за олимпийским золотом. Конечно, ожидания для меня огромные. Все же я хочу достигнуть финала, на пути к которому у меня будет 10 этапов. Во время финала возможно все, и я попытаюсь сделать все от себя возможное, и потом мы уже посмотрим, какой будет результат. Также усердно тренируются мужская и женская сборные по футболу под чутким руководством спортивного директора Ханса Дитера Флика и тренера Хорста Хрубеша. Мужская команда состоит из молодых 20-летних футболистов, среди которых нападающий Макс Майер и полузащитник на фланге Юлиан Брандт из команды «Байер 04». И несмотря на то, что немецкие олимпийские сборные по футболу еще ни разу не выигрывали золото, у них есть неплохие шансы.
Так, женская сборная в Сан-Паулу уже без труда разгромила Зимбабве со счетом 6-1. Кроме того, золотые медали собираются завоевать и немецкие толкатели ядра. Давид Шторль выиграл все европейские и мировые состязания, начиная с 2011 года, а на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году ему не хватило всего 4 сантиметра, чтобы получить золото. Сейчас спортсмен собирается показать свой лучший результат. Это важнейшее соревнование года, поэтому я постараюсь показать вам свое лучшее выступление. Я и сам этого ожидаю. Также я надеюсь, что все пройдет хорошо и что мы также сможем получить удовольствие от соревнований. Кроме Шторля, большие надежды подает и толкательница ядра Кристина Шванец. Недавно она победила на европейском чемпионате, и это вселило надежду, что домой она уже вернется с медалью на шее. Мой тренер говорит мне, что я не могу превосходить свой лучший результат каждый день. Но я хочу этого. Именно так тренировки и улучшают мои способности и усиливают мою мотивацию. Так люди и становятся чемпионами мира. Также на золото надеются и немецкие пловцы на каноэ. Их тренер Райнер Кислер говорит о неплохих шансах своих подопечных получить как минимум 2 золотые медали. Олимпийская чемпионка Тина Дитце верит в силы сборной и активно следит за своими конкурентами. Наши основные соперники — это венгры. Еще за последние пару лет заметно усилились белорусы. Также украинцы вновь участвуют, поэтому финал будет интересный. Всего в Олимпиаде в Рио будет участвовать 452 спортсмена, а стоимость их участия в первых летних Олимпийских играх составила около 9 миллионов евро. Эта сумма, по словам главы миссии Майкла Веспера, необходима для финансирования поездок и материально-технического обеспечения. Самую большую часть суммы внесло федеральное правительство Германии – около 5,5 миллионов евро. Еще 500 тысяч евро заплатил Международный олимпийский комитет. И около 3 миллионов евро отдала немецкая олимпийская спортивная конфедерация. 31-е летние игры в Бразилии станут первой в истории человечества Олимпиадой на южноамериканском континенте и вторыми, которые пройдут в Латинской Америке после Олимпийских игр 1968 года в Мехико. Рио-де-Жанейро примет спортсменов из 206 стран. 17 дней они будут бороться за 4924 медали разного достоинства в 42 видах спорта. Под спортивные соревнования в городе отведены 4 района – Деодоро, Барра, Копакабана и Маракана, где расположен Олимпийский стадион. Всего в Рио построили 32 спортивных объекта. Чтобы привести на игры всех спортсменов, а это 10,5 тысяч человек, потребуется 21 авиалайнер, общая площадь которых сопоставима с размерами 21 футбольного поля. Кроме людей, в Рио нужно привести еще 315 лошадей. Таким количеством лошадей можно 7 раз заполнить поле, на котором ежегодно проводятся знаменитые английские скачки Grand National. Впервые за 112 лет в программу Олимпиады вернется самый элитный спорт в мире – гольф. Соревнования по этому виду спорта проходили лишь в 1900 и в 1904 году. Для обслуживания предстоящих игр понадобится 140 тысяч человек. Из них 90 тысяч будут получать зарплату, а 50 тысяч будут волонтерами. Цены на гостиницы в Рио-де-Жанейро уже подскочили с $97 в среднем за ночь до $285. При этом лишь 14% номеров остаются незабронированными. Олимпиада в Рио-де-Жанейро будет самой скромной за последние 8 лет, а подготовка к ней стала самой худшей на памяти вице-президента Международного олимпийского комитета. Впервые в истории Олимпиад социальные сети активно использовались во время летних игр в Лондоне в 2012 году. Тогда в Твиттере ежедневно появлялось 10 миллионов сообщений на олимпийскую тематику. Международный олимпийский комитет рассчитывает, что игры в Рио будут смотреть примерно 3 миллиарда 600 миллионов человек по всему миру, причем более 3 миллиардов, а это население Китая, Индии и США вместе взятых. Помимо телевизора будут пользоваться еще каким-то устройством, например, телефоном, планшетом или компьютером. Нападающий бразильской сборной по футболу Неймар лидирует по числу подписчиков в соцсетях среди спортсменов, которые поедут в Рио. Хотя Неймар и опережает Майкла Фелпса по популярности в соцсетях, но никто на предстоящих играх не сможет даже приблизиться к олимпийским достижениям американского пловца. На 3 последних олимпиадах он завоевал 18 золотых наград, на 7 больше, чем все бразильские спортсмены за тот же период. Из воды в лагуне Родриго де Фрейтаж, где будут проходить соревнования по гребле и каноэ,
каноэ до старта уже извлечены 32 тонны дохлой рыбы. Из такого количества рыбы можно приготовить 32 тысячи килограммов бразильского рыбного рагу и накормить этим блюдом 47 тысяч местных жителей. Загрязнение воды – одна из самых главных проблем, вставших перед бразильскими властями в ходе подготовки к Олимпийским играм. Однако в чистке лагуны Родриго де Фрейтаж задействованы всего 60 человек. Залив Гуанабара, в котором пройдут соревнования по гребле и каноэ, еще недавно считался зоной экологической катастрофы. Сюда сливались 2/3 городских стоков, и здесь же обнаружена устойчивая к антибиотикам супербактерия. С учетом этого факта сборная США планирует выступать в костюмах из специального антимикробного материала. Всего в продажу поступило около 7,5 миллионов билетов на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. На данный момент продано 60%. Причинами столь низкого спроса многие называют нестабильную политическую ситуацию, проблемы с экологией, буксующую экономику и боязнь людей заразиться вирусом Зика. Однако организаторы говорят, что бразильцы традиционно приобретают билеты в последний момент. Гостям Олимпиады придется столкнуться с таксистами, которые не знают или делают вид, что не знают дорогу, с бытовым воровством. У одного из российских журналистов прямо в аэропорту украли рюкзак с ноутбуком. Чтобы обезопасить себя, местные жители носят рюкзаки на груди. С попытками незатейливого обмана в обменниках, где полученную наличку сразу же прячут за металлическую дверь, не показывают курс и не сообщают о наличии комиссии. В аэропорту можно совершить сделку века, отдав $15 и не получив взамен ничего, потому что реалы заберут как комиссию. Однако вряд ли стоит ждать серьезных инцидентов, исходя из опыта прошлых крупных спортивных соревнований. Государство обещает договориться с бандитами, чтобы туристов не трогали в обмен на отмену вооруженных облав и неофициальное разрешение аккуратно заниматься своими темными делами. На дорогах и у станции метро появились военные с автоматами. Возле входов в гостиницы и на въездах в фавелы – полиция. В интернете фотографии наркотика под названием «Рио-2016». На Копакабане уже в продаже сомнительные футболки с олимпийскими кольцами, а публичные дома, стриптиз-клубы и подворотни сомнительных удовольствий предусмотрительно перешли на усиленный график работы. Через тернии к звездам придется пробиваться сборной России на летней Олимпиаде в Рио. Из-за скандала с допингом и расследования только ночью 3 августа, менее чем за двое суток до открытия Олимпиады, был окончательно утвержден состав Олимпийской сборной России. После того, как решение о допуске приняли все международные федерации спорта, в Бразилию приедут 280 спортсменов из России, треть изначальной команды. Но еще за сутки до начала Олимпийских игр некоторые из них не могли добраться до Рио. Ночью 3 августа состав Олимпийской сборной России из 280 человек опубликовали на официальном сайте Олимпиады в Бразилии. Меньше участников страна привозила лишь на игры 1924 года в Париже, где ее представили трое спортсменов. На последних же летних играх в Лондоне выступили 430 россиян. Но 18 июля этого года глава независимой комиссии ВАДА Ричард Макларен представил итоги расследования обвинений российских участников Олимпиады в Сочи в употреблении допинга. Макларен заявил, что власти Российской Федерации, в частности Минспорт, покрывали применение допинга российскими спортсменами на Сочинской Олимпиаде. Впоследствии Международный Олимпийский комитет постановил, что не будет отстранять от игр всю российскую сборную, но допустит лишь тех спортсменов, чьи кандидатуры утвердят международные федерации, курирующие соответствующие виды спорта. В полном составе были отстранены команды тяжелоатлетов и легкоатлетов. Исключение было сделано лишь для прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. Значительно поредело российское представительство в ряде других дисциплин, в частности в гребле, велоспорте и плавании. В окончательном списке сборной отсутствуют российские пловцы Юлия Ефимова, Никита Лобинцев и Владимир Морозов. Однако указано, что не отстранен от Олимпиады борец Виктор Лебедев. Также в качестве члена сборной России указан каноист Андрей Крайтер, который изначально не был допущен к Олимпиаде. Однако накануне Международная федерация гребли изменила свое решение. Эксперты от спорта в своих прогнозах о победах российской сборной разделились на два лагеря – оптимистов и пессимистов. Первые уверены, что преграды и неприятности усилят спортсменов вопреки всему. Пессимисты же, а их большинство, считают, что команда не сможет показать достойный результат после нервотрепки допингового скандала. Учитывая все потери, спортивные эксперты сходятся во мнении, что основные виды спорта, где у России серьезная заявка на медали, это художественная гимнастика и синхронное плавание. В каждом из этих видов спорта в Рио будут разыгрываться по два комплекта наград. Особенно велики шансы на золото в синхронном плавании, где выступает Светлана Ромашина, которая за время своих выступлений на взрослом уровне выиграла все соревнования и стала трехкратной олимпийской чемпионкой. В художественной гимнастике и синхронном плавании россиянки считают фаворитами
фаворитами в обоих видах программы в личном многоборье и группе, а также дуэтах и группах соответственно. На 3-4 золотые медали рассчитывает команда борцов. В этом виде спорта сборная России может выиграть наибольшее количество наград высшей пробы. Немалые надежды возлагаются на фехтование, прежде всего на саблистов Алексея Якименко и Софью Великую, а также женскую команду по сабле. Могут стать олимпийскими чемпионами прыгуны в воду, прежде всего Евгений Кузнецов на 3-метровом трамплине и в паре с Ильей Захаровым в синхронных прыжках с трамплина. Наверняка не останутся без золотых медалей российские стрелки, дзюдоисты и боксеры, хотя в этих видах делать прогнозы крайне сложно. В соревнованиях пятиборцев главная надежда на Александра Лисуна, который способен побороться за золото. Могут выиграть олимпийские награды женская команда России по стрельбе из лука, которая является чемпионом мира, а также бадминтонисты, пара Владимир Иванов, Иван Сазонов и мужская пара по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Константин Семенов. Следует надеяться и на тхэквондистов Алексея Денисенко и Анастасию Барышникову, а также теннисисток, прежде всего пару Екатерина Макарова и Елена Веснина. В игровых видах спорта наибольшие надежды возлагают на волейболистов, учитывая, что мужская сборная является действующим олимпийским чемпионом. Всего же, по оценкам букмекеров, на предстоящей Олимпиаде сборная России может рассчитывать на 12-15 золотых медалей. Результат в 15 золотых медалей, который в нынешней ситуации для сборной России можно будет считать успешным при определенном раскладе, может принести третье место в неофициальном командном зачете Олимпиады. Хотя с большей вероятностью России предстоит непростая борьба за 4-ю строчку в медальном рейтинге. Эксперты прогнозируют, что первые два места достанутся сборным США и Китая. На лабутенах и в костюмах от кутюр спортсмены из олимпийских сборных мира красуются в своих авторских формах. И хотя состязания еще не начались, олимпийцы невольно уже вступили в борьбу за звание самых стильных команд. Рейтинг спортивных модников замыкает сборная Казахстана. Женскую форму пользователи соцсетей сравнили с халатом уборщицы. Недоумение вызвала и форма сборной Грузии. Она скорее подойдет для фольклорного фестиваля, чем для исторического спортивного события. Скандал разразился и вокруг одежды россиян. Форму их сборной высмеяли в интернете. Выяснилось, что фасон одежды – копия олимпийской формы команды Украины образца 2008 года. А сами украинцы в этом году одеты от кутюр. Автор экипировки сборной – украинский модельер Андре Тан. Он разработал оригинальный принт в желто-голубой палитре, который получил название «Бриллиантовая Украина». Однако шили форму в Китае. Хозяева Олимпийских игр будут одеты в классические костюмы двойки – темно-синие жакеты, расклешенные юбки миди и бежевые брюки. Парадная униформа декорирована растительными и животными принтами в палитре бразильского флага. Автором выступила бразильский дизайнер Ленни Немейер. Форму для сборной Канады в этом году разработал знаменитый дизайнерский дуэт Disquire 2. Каждая вещь украшена национальным символом – канадским листом. В дизайне одежды сделана ставка на простоту и функционализм. Спортсмены будут одеты в удлиненные толстовки, черные спортивные штаны на резинке внизу, рубашки и жакеты – все в черной, белой и красной гамме. Одна из самых патриотичных форм получилась у сборной Великобритании. За дизайн отвечала сама Стелла Маккартни, объединившая творческие усилия с Adidas. С национальной символикой дизайнер накреативила на славу. Одежду украшают родные сердцу английская роза, шотландский чертополох, валийский лук парей и Union Jack, флаг Великобритании. Одна из самых стильных униформ у команды Австралии. Парадные блейзеры мятного и зеленого оттенков, шелковые золотые платки и галстуки, белоснежные шорты и юбки. Автором творчества стала австралийская компания Sportscraft, а белые ботинки создали Toms. Американской формой в цветах флага страны снова занимался бренд Polo Ralph Lauren. Шорты, брюки с разноцветными ремнями и заправленные в них поло немного напоминают стиль ретро. Дизайном же экипировки для выступлений занимался бренд-партнер Nike. А сборная Германии представила свою форму на подиуме в зажигательных ритмах. Над созданием лука немецких олимпийцев работал Adidas. Компания впервые разрабатывает одежду для участия немецких олимпийцев в летних играх. Коллекция состоит из 75 моделей. В частности, это парадная форма для церемонии открытия, одежда для тренировок и модели теплой одежды. На форме нет традиционных для Adidas трех полосок. Форма немецкой сборной достаточно сдержанная, в отличие от 2012 года, когда сборная выступала на Олимпиаде в ярком голубом и розовом.
Пока все страны были озабочены эстетической стороной вопроса, Южная Корея ставила себе совершенно иные задачи. Правительство страны всерьез обеспокоено распространением вируса Зика, поэтому создание олимпийской формы поручили вовсе не модному бренду, а целой бригаде химиков и врачей. Все отшитые вещи, закрытые одежды и головные уборы, обработаны химическими репеллентами от комаров. Но бесспорной тройкой стильных лидеров стали сборные Кубы, Франции и Италии. Кубинские спортсмены удостоились чести щеголять по Рио в форме, созданной Кристианом Лабутеном. Дизайн вызвал шквал восторженных эмоций. Мужчины-спортсмены будут одеты в бордовые жакеты и черные бриджи, а женщины в бежевые пиджаки и темные брюки. Как легендарный мастер обуви, Кристиан разработал лоферы и сандалии с символикой кубинского флага. Французов, как всегда, одели в творение знаменитого Лакост. Все лаконично и элегантно. Форма выполнена в цветах национального флага, а также максимально удобно. Хлопковые толстовки, полупрозрачные дождевики, укороченные белые брюки и ветровки. Итальянские олимпийцы признаны самыми стильными и уже стали невероятно популярными в сети. Автором их стиля снова стал сам Джорджо Армани. Его выбрал Национальный олимпийский комитет Италии в качестве главного дизайнера сборной. Спортсмены одеты в белоснежные поло, шорты, черные непромокаемые штаны и жилеты. Как-никак в Бразилии сейчас зима. Не количеством, а качеством решила победить олимпийская сборная Украины. Киев отправил в Рио-де-Жанейро самую малочисленную делегацию за все время участия в летних Олимпийских играх. В Бразилию поехали 206 человек, которые посоревнуются в 24 видах спорта. Потенциально самые медальные виды спорта для Украины на этих играх – стрельба, фехтование, борьба, прыжки в воду, легкая атлетика и спортивная гимнастика. Главной надеждой Украины на олимпийское золото считается гимнаст Олег Верняев, чемпион мира и многократный чемпион Европы. Сам атлет находится в отличной форме, выиграв немало международных этапов по гимнастике. Коронный номер Верняева – упражнения на брусьях. Также неплохо у Олега получается выступать в опорном прыжке и многоборье. Золото в художественной гимнастике ожидают от Анны Ризаддиновой. Уже в нынешнем году Анна завоевала более 20 медалей в различных соревнованиях. Главной фишкой Анны является многоборье, где она стабильно берет медали. Однако и в других дисциплинах Анна способна принести Украине несколько наград. Борьба. Темнокожий киевлянин Жан Беленюк – действующий чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе весовой категории до 85 килограмм, едет в Рио исключительно за золотой медалью. С надеждой на золото дебютирует в Олимпиаде и Юлия Ткач, чемпионка мира и Европы по вольной борьбе. Золотая и бронзовая победительница предыдущих Олимпиад в пулевой стрельбе Елена Костевич не прочь еще раз подняться на высшую ступеньку пьедестала в Рио. И у нее есть для этого все шансы. Ольга Харлан, олимпийская чемпионка Пекина и бронзовый призер Лондона, также едет в Бразилию за очередной медалью. Харлан уже давно считается одной из сильнейших саблисток мира. Женская сборная Украины по фехтованию на сабле также может рассчитывать на возможность послушать гимн Украины в Рио. А вот украинские мужчины лучше фехтуют шпагами. Мужская сборная Украины по фехтованию на шпагах считается главным фаворитом на олимпийскую медаль. Золото Украина ожидает также от прыгуна в высоту Богдана Бондаренко, которого называют «жемчужиной украинской легкой атлетики». Богдан считается спортсменом номер один в прыжках в высоту и всерьез претендует на звание олимпийского чемпиона. А Андрей Говоров может заработать золото в плавании. Со времен Олега Лисогора и Дениса Силантьева Украина не имела столь сильного пловца. На последнем чемпионате Европы в Лондоне Андрей Говоров не оставил никаких шансов своим оппонентам, уверенно взяв золото в дисциплине 50 метров баттерфляем. Аналитики банка Goldman Sachs Групп в своем прогнозе поставили Украину на 13 место в медальном зачете. Ожидается, что Украина получит не менее 21 медали. Крики радости, танцы и конфетти сыпятся с неба. Так Бразилия встречала новость о том, что стране отдали право провести Олимпийские игры 2016. Это было почти 7 лет назад, в октябре 2009-го. Бразильцы от радости буквально стояли на ушах. А вот так они приветствуют спортивный праздник за несколько дней до начала игр. Вместо радости – возмущение и драки с полицией. Из-за этой акции протеста пришлось даже изменить маршрут эстафеты Олимпийского огня. Протестовать бразильцы вышли как раз на пути факелоносцев. За 7 лет, которые прошли с момента получения Бразилии права на проведение игр, страна погрузилась в финансовый и политический кризис. Цены на нефть и газ, экспортом которых в том числе живет Бразилия, упали.
Бразильский реал обесценился по отношению к доллару более чем в два раза. Страна переживает худший экономический спад с 30-х годов прошлого века. Президенту объявили импичмент и собираются судить по подозрению в коррупции. В общем, как ни крути, настроение не праздничное. Эта Олимпиада далеко не самая дорогая в истории. Ее проведение обходится в 12 миллиардов долларов. Это больше, чем в Лондоне в 2012-м. Туда вложили 10,5 миллиардов. Но меньше, чем в Афинах в 2004-м и в Пекине в 2008-м. И уж, конечно, траты не сравнятся с бюджетом зимних Олимпийских игр в Сочи. Из этих 12 миллиардов большую часть трат, 60%, берут на себя частные инвесторы. Но и оставшиеся на долю государства 4 миллиарда 800 миллионов долларов не такая уж легкая ноша. За месяц до старта Олимпиады оргкомитет заявил, что денег отчаянно не хватает. Дефицит от 120 до 150 миллионов долларов. Это около 6% от всей стоимости спортивного праздника. Представители оргкомитета постарались максимально сократить статьи расходов, а власти начали задерживать выплаты зарплат бюджетникам. Полицейские, медики и пожарные не получают оплату за свой труд по несколько месяцев. К аэропорту в Рио они вышли с огромными плакатами с надписью «Добро пожаловать в ад», намекая, что в таких условиях просто не смогут обеспечить безопасность участников и зрителей игр. Полную сумму зарплаты нам не выплачивали с декабря. С декабря, представляете? Так, бросают какие-то огрызки, будто мы собаки. А все знают, как опасно быть в Бразилии полицейским. Тут повсюду одни преступники. Буквально опасно в форме ходить по улицам. Протесты против проведения Олимпиады и, соответственно, бюджетных трат на спортивный праздник этим летом стали для бразильцев чем-то вроде варианта досуга. Они проходили в разных частях страны, но чаще всего в Рио. Столица и одноименный штат поиздержались во время подготовки к играм больше других регионов. Дома они снесли, залив загадили, они потратили миллионы и миллионы, а теперь сокращают учителей и медиков, и все ради Олимпиады. Но Олимпиада пройдет, а нам тут как дальше жить? Уже сейчас в больницах Рио-де-Жанейро зачастую нет самых элементарных вещей – ваты или резиновых перчаток, не говоря уже о медикаментах. Часть медицинских заведений сокращает количество коек. Они меня просто не хотели принимать, посылали домой раз 10. Говорят, мы не можем вам помочь, у нас нет ничего. Даже пациентам, которые очень плохо себя чувствуют, они не могут оказать нормальную помощь. Ученые говорят, тут дело даже не в самом проведении Олимпиады, а в том, что игры совпали с экономическим кризисом. И на фоне падения уровня жизни, трата денег на соревнования воспринимается как прихоть. Денег, которые правительство тратит на Олимпиаду, точно не хватило бы на решение всех городских проблем. Но сам контраст между суммами, которые вкладывают в игру, и полной нехваткой финансирования всего, чем живет город, образование, здравоохранение и общественного порядка, просто поражает. Чиновники говорят, траты на Олимпиаду могут окупиться. Они вернутся сторицей, когда Рио-де-Жанейро благодаря играм покорит сердца туристов и инвесторов, а цены на местную недвижимость взлетят ввысь. Такие примеры в истории были. Олимпиады в Лос-Анджелесе в 84-м и в Барселоне в 92-м принесли городам немалую прибыль и дали старт их туристическому расцвету. Но бывает и наоборот. Олимпиада, если и окупается, то только в моральном и уж никак не в материальном плане. Кстати, одной из причин финансового кризиса в Греции экономисты называют то, что страна просто слишком много потратила на спортивные игры в Афинах в 2004-м. Одним из способов предсказать, чем станут для принимающей страны игры, статьей расходов или возможностью заработать, является то, насколько активно раскупают квартиры в Олимпийской деревне. В Бразилии покупателей пока удалось найти на 240 из 3500 объектов недвижимости. Ни дня без приключения. Сразу несколько курьезов произошли за считанные часы до открытия Олимпиады в Бразилии. Так сегодня сообщили, что в Рио-де-Жанейро организаторы Олимпийских игр потеряли ключи от одного из входов на стадион, но их выручили пожарные. Как сообщила в Твиттере корреспондент BBC Джулия Карнейро, пожарные срезали сетку и замок вместе с ней, а позже всех запустили через другой вход. Буквально несколько часов назад полиция арестовала боксера по заявлению о сексуальных домогательствах с его стороны в адрес двух уборщиц в
Олимпийской деревне. В заявлении полиции говорится, что задержали спортсмена по имени Гасан Саад. Ему 22 года. Как подозревают, инцидент произошел на этой неделе. Спортсмен должен был завтра провести свой первый поединок на Олимпиаде в полутяжелом весе. Чешский профессиональный велогонщик Зденек Штыбер, участвующий в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, разместил в своем Инстаграм видео аварии, произошедшей в доме спортсменов из Чехии в Олимпийской деревне. Видеозапись показывает, как с потолка на этаже льется вода. При этом на лестничной площадке продолжает гореть свет. «Отлично, у нас есть новый душ в доме», – написал он. Ранее члены ямайской сборной выложили в сеть видео своего номера. На кадрах видно, что в кухне и в ванной комнате не завершены строительные работы. В ванной стоит стремянка. Повсюду лежит строительный мусор. А еще до того австралийская сборная, которую сначала обокрали, потом она чуть не сгорела во время пожара в подвале, а затем снова угодила в переделку. Целую пресс-конференцию собрали австралийские пловцы, чтобы наябедничать, что прервали тренировку из-за грязной воды в бассейне. В центре внимания и американские олимпийцы. Сборная по плаванию записала замечательный ролик, где, путешествуя в автомобиле, спортсмены поют караоке. Видео стало чрезвычайно популярным, как и новость о том, что американские гимнасты обвиняются в сексуальных домогательствах к волонтерам. Не сидят без места и члены российской делегации. Так велосипедистов выселили из олимпийской деревни, когда наконец и до них добрались следователи антидопингового комитета. Один из сопровождающих делегацию застрелил грабителя на улицах Рио. Почему олимпийский делегат гулял по улицам города с оружием, не уточняют. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового времени n-z.tv и на наших страницах в социальных сетях.